13 апреля в гостях у труженицы тыла и ветерана труда Тимирязевой Капитолины Алексеевны побывали активисты и общественники гимназии номер 3. Гостями являлись ученики 8 класса во главе с социальным педагогом Зайнап Омаровой. Как отметила участница волонтерского движения Заира Хайбулаева, целью таких проводимых мероприятий является оказание социальной помощи ветеранам и труженикам тыла, прошедшим нелегкие годы войны. В гимназии номер 3 давно действует клуб «Патриот». В прошлом году он лидировал благодаря самому патриотичному руководителю Хаджимураду Уманханову, который проводил очень много акций и мероприятий. А в течение года наши тимуровцы активно работают, вовлекая в эту деятельность и в наших гимназистов. Капитолина Алексеевна показала тимуровцам свой фотоальбом, в котором хранятся множество воспоминаний о годах Великой Отечественной войны, а также фотографии послевоенных лет. Участники волонтерской акции с большим интересом слушали трепетные жизненные истории о годах давности. Капитолина Тимирязева выразила слова благодарности за помощь и оказание поддержки в такой сложный для нее период времени. Кем я только не работала, и варщицей, то есть это и жиловщицей, и варщицей работала. И в стройцеху работала. Тогда у нас завод, город был маленький. Работали так, какая есть работа. Если летом, значит, фрукта, зимой идет, то стройка, то идет этот стеклотара. В общем, работали так, работали, чтобы работать круглый год. После беседы с ветераном труда ребята приступили к основной волонтерской деятельности. Девочки помогали с уборкой дома и двора, а парни тем временем копали огород и делали обрезку виноградных веток. Как отметил социальный педагог Зайнап Омарова, такие социальные акции они будут проводить и в дальнейшем, чтобы подрастающее поколение знало о тех ветеранах войны, которые достойно защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Бурлия Цамбиева, Идрис Алиев, информационная программа «Пульс».